Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, идет новогодний аукцион, и все игроки ожидали пятой волны сегодня при обновлении цены, но ее не произошло, ребят, и ее не будет. Как все вы знаете, суммарно на новогоднем аукционе предусмотрено 4 раунда. Если вы в этой новости опуститесь в самый низ, то увидите расписание этих раундов. И первый раунд у нас стартовал 11 числа, и, соответственно, последний день будет 18 декабря. И именно 18 декабря начнется второй раунд. В процессе второго раунда, точнее в процессе его старта, скорее всего, вот эти машины с аукциона будут сняты, если что-то будет недораспродано, и, соответственно, появятся новые. Почему не будет пятой волны? Сейчас кратко объясню. Суммарно здесь линейка предусматривает в себе 56 машин. Две машины, а именно Бадгер и Объект 252У, уже были распроданы. Ну и здесь, ребята, остается 12 машин. Суммарно получается 14. 14 машин, да, на 4 раунда как раз и выходит 56 танков на продажу. Таким образом, пятой волны не предусмотрено в пределах первого раунда. И это значит, что до 18 числа вам необходимо или подождать минимальной цены на ту или иную машину из тех, которые предложены, если кто-то вас интересует, ну, либо ждать тогда уже второго раунда, смотреть, что там появится в первой волне, а там появится, скорее всего, как и в этой волне, было 7 тачек, после чего по 2 машины дальше будет добавляться, ну и, соответственно, опять будет 14 тачек во втором раунде, и так будет в каждом раунде. Втором, третьем, ну и, соответственно, в финальном, завершающем, четвертом. Вот такая вот новость, поэтому не торопитесь раскупать машины, не покупайте абы что, покупайте то, чего вы действительно хотите. Ждите ту машину, о которой вы мечтаете, и я желаю каждому из вас приобрести танк своей мечты по минимальной стоимости. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. Вы, дорогие друзья, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите лайк данному видосу, ну а я со своей стороны обещаю, что буду выходить в эфир с очередными свежими новостями. Кроме того, ребят, напоминаю всем о том, что если в течение 10 дней до 25 декабря мой канал наберет 30 тысяч подписчиков, мы разыграем огромное количество премиумных машин, поэтому не пропустите. Заходите по ссылочке на видео, регистрируйтесь на розыгрыш того, что уже предусмотрено, а это у нас, ребят, бонус-коды, ну и, соответственно, становитесь постоянным зрителем моего контента, я стараюсь специально для вас. Побежал, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.